друга. Школа просуществовала с предельным увлечением 10 лет. И самое интересное, что все в одном здании. То есть мальчики учились в вторую смену, а девочки в первую. И так интересно, что, представьте себе лестничную площадку, посередине стоит сам директор школы и сам лично смотрит, чтобы девочки шли в одну сторону, а мальчики шли в другую. Четверо детей, среди которых старше была моя прапрабабушка Евгения. Ей было всего лишь 13 лет, остаются совершенно одни в чужом городе. Дети священнослужители и начинают как раз таки в 17-м году греметь Октябрьская революция. Здесь представлено дело, в котором содержится сводка чрезвычайных происшествий, произошедших в определенной зоне советской зоны оккупации Германии после 1946 года. Конкурсу в этом году 20 лет. Мы поздравляем всех причастных к этому замечательному делу с таким важным юбилеем. Я ужасно рада, что процесс этот длится, что за эти годы уже появились дети, у тех детей, которые были первыми участниками этого проекта. Из этих маленьких сочинений рождается большая история, восполняются те пробелы, которые мы естественным образом просто не знаем. Чем более многосторонним будет наше видение истории, тем больше наша способность к взаимоуважению, конструктивному общению и к углублению взаимопонимания.